Жириновский высказался про золотой унитаз Ставропольского края у ГИБДДшника. Это вкус любого человека, у которого огромное количество денег, которые пришли к нему незаконным путем, и он стремится их потратить. В банк положить сразу будет видно. У человека огромные деньги, и на зарплату он этого иметь не может. За границу вывести не может, тогда он все несет в дом. И золотые вещи, и серебряные, и все остальное, и картины, прокомментировал Жириновский. Жириновский говорит о том, что при незаконных каналах заработка, таких как коррупция, взятничество, деньги тратить попросту больше некуда. Сам он вспомнил, как однажды в Думе у одного из депутатов «Единой России» вывалился золотой пистолет. Вот так высказался Владимир Вольфович Жириновский. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.